две операционных. Одна операционная будет даже оборудована специально рентгеновской установкой специальной для выполнения контрастных исследований сосудов непосредственно в операционной. Здесь вот кто-то спрашивал, как оборудуется операционная. Это операционная в этом блоке будет специально оборудована, то есть для защиты от облучения. Специальная просвинцованная резина, полы и прочее, прочее. Вот. Ну, кроме трех операционных блоков есть еще несколько очень нужных помещений, то есть это для хранения хирургического инструментария, для комнаты.